есть, понимаете, это я пока вам рисовала, ну, как бы шаблон, да? То есть обобщенно, без конкретного цветка. А теперь, чтобы нам как бы создать композицию более, ну, точно, что ли, да, и более жизненно, нужно дальше придерживаться следующих принципов. Допустим, вы все поедете на дачу летом, да? На даче у нас что происходит? Помимо свежего воздуха, чек грядок, у нас еще как раз с вами расцветают цветы. Итак, да? Это нарциссы, тюльпаны, шиповник, ромашки, васильки. И вы как бы можете самостоятельно стать композитором, да? Композитором создания в круге идеи растительной. Значит, как это происходит? Смотрите. Ну, я покажу как бы на примере шиповника, да? Ну, потому что мне это проще. Мы подходим к шиповнику. Он расцвел, да? Мы срываем небольшую веточку. Ну, он нам растит. Он вырастет еще, да? Мы веточку сорвали. И смотрите, мы на нее смотрим не просто как вот абстрактно любуемся там, да? Ой, ну запах это разумеется, потрясающий будет запах, да, от нее. Но мы ее очень внимательно рассматриваем. А чем точнее вы по градации, я сейчас нарисую какой, рассмотрите цветок, чем точнее вы его просканируете, неважно, что это, гербера, хризантема, георгин, да, тем точнее вы как бы вы сканируете его, и тем точнее вы сможете самостоятельно, подчеркиваю, не срисовывать, самостоятельно создать композицию. Значит, смотрите, на что мы обращаем внимание. Сейчас как бы так, опа, и ныряем в курс ботаники, да? Мы рассматриваем первое. Соцветие. Соцветие. Какое оно? Например, кто вспомнит, сколько лепесточков у цветка шиповника? Пять. Шесть. Шесть. И тут нарисовано. Раз, два, три, четыре. Ну, я вам разложила подсказки, да. Да, то есть уж... То есть, да, вот вы как бы, вот как аптекарь, даже не как аптекарь, наверное, даже как инженер, да? Ага, вы смотрите, так, понятно. Вот соцветие у шиповника 5 или 6 лепестков. Такое бывает, да, как у сирени. Потому что, почему это происходит? Потому что в природе нет ничего одинакового. Нет повторяющихся цветов, нет повторяющихся деревьев, листьев, да. Они каждый растут по своему внутреннему шаблону. Ага, значит, у шиповничка 5 лепесточков. Так, ну-ка, какой они формы? Ага, значит, вот немножечко как бы, да, вот, лепесточек изгибается, и у него вот какая-то есть вот неровность по центру, да? Ага, вот он идет вот так вот и вот так, да? И, значит, вот таким образом, да, вы сканируете соцветие. Ага, какая у шиповничка сердцевинка, да? Там такие тычиночки, да, желтенькие. Вот, значит, намечаем, да, тычиночки. То есть вы очень внимательно элементы рассматриваете, да? Дальше вы пошли сканировать, что... У нас идет под соцветием цвета ножка, да? Ага, какая же у шиповника цветоножка? Сначала, как вот здесь, вот посмотрите, вот там есть образец, да, вот есть образец, вот видите, где все элементы отрисованы отдельно. Сначала просто обычной ручкой, можно даже синий шариковый, можно гелевый, чем угодно. Для понимания структуры, вы погружаетесь в глубину цветка, да? Для понимания структуры вы можете отрисовать элемент соцветия, так? Второй элемент – цветоножка. Цветоножка. Ножка. Дальше. Третий элемент. Вы находите на акустике шиповника или на акустике многолетнего мака бутончик, да? Потому что бутончик – это как такой маленький, да? Такой маленький, красивый, беззащитный элемент. Бутончик. Бутон. Потом вы находите, что? Стебелек, да? Вы рассматриваете стебелек. Стебель. Стебель. Потом вы отсматриваете
структуру листа. Потому что, например, очень распространенная ошибка, что начинающие художники начинают к розе пририсовывать крапивные листья. Начинают к сирене пририсовывать там какие-то невообразимые лианы, да? То есть лист, вы тоже форму сканируете, да? И вы ее зарисовываете. И самое последнее, если как бы цветок позволяет, например, как у шиповника, могут быть одновременно и цветы, и плод, да? То есть вот плод, зарисовывайте плод. Вот, значит, изучив цветок, у вас уже перед мысленным взором, посмотрите, какое количество элементов для изображения, да? Значит, пишу стебель, пятый лист, шестой плод, да? Минимум 6. Это можно создать композицию просто феерическую, да? У вас много визуального материала перед глазами. Понимаете принцип, да? Принцип, вот. А теперь, разумеется, сегодня я немножко вам задачу упростила. Но кто очень хочет, может попробовать взять настоящий искусственный цветочек и создать композицию свою, например, да? В круге. Можно начинать. А это мак вот это, да? Это тюльпанчик, вот видите? Тюльпанчик. Это нарциссик. Ну, Татьяна Викторовна, тогда я думаю, я достану, наверное, цветы сверху, да? Это кто как хочет, кто немножко чувствует неуверенность, можно просто образец перекопировать. Да. А давайте я просто тоже достану на всякий случай цветочки, вдруг кто-то захочет сделать свою композицию. Да, потому что на самом деле несложно. Еще самая последняя ошибочка, которую желательно избегать, это то, что называется рисование по форме. То есть в круге, как правило, да, вот посмотрите, в круге, самое последнее, да, значит, вот идет какая-то наша растительная веточка, да, значит, очень важно стремление рисования по форме круга. Вот это, извините, очень важно, но я забыла это сказать. То есть, когда вы втыкиваете листочек в противовес, да, вот так вот, ну, то есть он вот упирается в край. Против круга, да. Угу. Он начинает вот так втыкиваться в край, да, это сразу вызывает какую-то внутреннюю вот дисгармонию, да. То есть желательно, как кружение, как танец. То есть вы все элементы, вы их закручиваете, да, по кругу. Вот никаких вот, ну, вот таких вот резких каких-то выходов, да, желательно не делать. Вот это просто тоже ошибочка, которая встречается довольно часто, да. Все растения, вот если вы посмотрите, да, в дерево, да, оно гармонично все тянется вверх к солнцу, да. Если у нас ветка вот так вот торчит, как штырь, она или больна, или сломана, или засохла, да. И вот это вот стремление, общее движение, в круге общее движение должно быть как кружение, как вальс по форме круга, да? Понимаете меня? Ловили мысли, да?